Сегодня в Георгиевске после технического переоснащения официально открыли консервный завод. Здесь производят варенье, кабачковую икру, овощи, повидло и соки. На заводе работают 80 человек. Многие процессы автоматизированы, так что функция сотрудников в основном следить за тем, как работают машины. Осмотрел новое производство и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Инвестиционный проект был запущен в 2013 году. Общая его стоимость свыше 500 000 000 рублей. Было закуплено необходимое оборудование, восстановлены сырьевой склад, холодильная камера, комплекс хранения готовой продукции и лабораторный отсек. В год будет поставляться на рынок более 50 миллионов банок. На производстве установлены высокотехнологичные автоматизированные линии, которые позволяют производить нам широкий ассортимент плодово-овощной консервации.